Для начала хочу поделиться большим знанием от многих-многих уже десятилетий, из которого я черпал, можно так сказать, первые свои познания о нашей древней истории. Хочу просто без всяких комментариев зачитать эту статью Егора Ивановича Классена, чтобы люди, которые не имеют доступа или времени к этому, просто послушали и подумали над нашей историей, над ее правдой и о том, насколько нас дезинформировали, давая нам такое представление истории, которое мы почерпнули из наших учебников истории и за партами наших школ. Итак, статья или часть сочинения Егора Ивановича Классена, або Классена, «Новые материалы для древнейшей истории славян вообще и славяно-русов до Рюриковского времени, в особенности с легким очерком истории русов до Рождества Христова». Издание доктора философии и магистра изящных наук, статского советника Егора Классена. Выпуск 3. Москва. В университетской типографии 1861 года. Введение. Мы ищем истины и топчем ее ногами. Эта мысль ведет к следующему заключению. История должна быть зеркалом минувших деяний человеческих. Но это зеркало должно быть плоским и отнюдь не впуклым и не выпуклым. Даже оно не могло ни уменьшить, не увеличить отражающиеся в нем предметы, а передавала бы их с той же отчетливостью, с какой совпали в него лучи событий. На основании этого положения история без критики есть сказка, но критика, этот страж нашего мышления, должна иметь основанием здравый смысл или логику, без которой она заслуживает названия пустословия. Упрямые мыслители, желающие заставить говорить факты по своему предубеждению, употребляют или диктаторский тон, провозглашая все то, что им не нравится, подложным или ошибочным, или дилеммами стараются опутать истину. Но дилемма есть увертка софиста, а софист есть фокусник, отводящий глаза зрителей и показывающий черное белым, а белое черным. А потому дилемма в истории есть посягательство на истину. Эта мысль руководила нами постоянно при собирании очищении материалов для древнейшей славянской истории. Материалов этих много, но чтобы собрать их и употребить в дело, нужен труд. Этот труд состоит в критическом обзоре всей древней истории и выделении из нее законной и неотъемлемой ничем части, выпадающей на долю славян. Пусть избранный мною до этого многотрудного дела, я считаю, обязанностью изложить здесь в легком очерке. Славянское племя в Европе, считая в числе его и чистых, и онемеченных славян, заключает в себе больше душ, нежели сколько их во всех прочих чужеродных племенах, вместе взятых. Мы не станем приводить здесь доказательств на то, ибо они давно уже изложены Венелиным, Шафариком, Савельевым, Ростиславичем и другими. Основываясь до времени на этом показании и не приводя никаких других более убедительных доказательств, мы должны заключить, что славянский род и старше всех прочих родов в Европе,
ибо условием для размножения племени служит время, и чем многочисленнее племя, тем оно должно быть и старее. Но древность славян в Европе подтверждается еще фактически и давним пребыванием их под именем Венедов на Балтийском поморье, на которое они выселились еще при Зороастре, как говорит о нем Зенд Авеста, что по вычислению, сделанному германцами, случилось за 2000 лет до нашей эры. О русах мы имеем, хотя позднее сведения, однако уже при Птолемее, то есть во втором столетии, была Великая Россия, или, ибо он пишет о великоруссах, Виилероросии, и знал также хазар русских, называя их Хазирози. Племя руссов саввейских мы встречаем при Соломоне, царе иудейском. Руссов же мы находим при защите Трои. Это обстоятельство ставит их современными первоначальным греческим владением, образовавшимся из финикийских, лидийских и пелосгийских колоний в Европе. Кинув на эти обстоятельства философский взгляд, мы можем заключить, что как римляне живут ныне второй политической жизнью и нравственной жизнью под именем итальянцев, так как греки в том же отношении, рассматривая даже третьей жизнью, почему же славян не прописать той же судьбы народов, такого же падения и восстания, а если по естественному ходу житейского быта допускаемо, то можем предполагать, что и славяне стояли некогда на высокой степени образования и, может быть, на высшем сравнении с другими современными им тогда народами. Но, конечно, такое предположение составляет пока теорему, требующую своих непреложных доказательств. Теперь мы можем указать только на немногие обстоятельства, могущие вести к такому заключению, как, например, на свидетельство Геродота о высоком достоинстве славян, названных у него скифами, потом на Анахарсиса, родом скифа, причисленного греками к числу семи мудрецов, потом на греческий огонь, известный по сказанию Адама Бременского, прибалтийским славянам, на литейное и резное искусство, найденное в славянской ретре, на горные работы у славян в Карпатах, на существующий до ныне древний славянский туннель между Пестом и Буддином, Будапештом, на выделку дубленых и сыромятных кож в древние времена только в России у скифов и сарматов, на изобретение первой стали и огнива в Паннонии, на славянские турниры в Италии, в Прибалтийской России и в Киеве при Владимире Святом, на древнейшую письменность славян, сохранившуюся доселе в некоторых памятниках и в особенности в самой Зенд-Авесте, и в некоторых рунах, на древнейшую и обширную торговлю славян со всеми народами, в том числе и с финикиянами. На этот источник благосостояния, просвещения, но вместе с тем и развращения народного, как порождающий роскошь, негу и разврат. На вопрос, которого нам ожидать можно, отчего же не пишут о славянах ни греки, ни римляне, мы отвечаем, они пишут, и даже весьма много, почти на каждой странице их истории стоит какое-либо славянское племя, как враждующее с ними или как покоренное, и потому поневоле союзное им, но мы не узнаем про отцов своих, потому что прозвища их изуродованы. К этому уродованию давали повод частью сами славяне. Но преимущество произошло оно от деописателей. Рассмотрим подробнее обстоятельства того и другого повода. Славяне имели обычай, который и доселе большей частью сохраняется, называть своих соседей по местоположению их жительства. Так образовались
прозвища Загорцев, Подгорцев, Нагорцев, Паричан, Заречан, Брежан, Помарян, Залесян, Древлян, Озерян, Лукоморцев, Украинцев и прочее. Греки передали эти названия словами Загори, Радгори, Рагарици, Рагититае, Горали, Ризену, Прусани, Померани, Силези, Древяне, Эзеритаи, Лидомира, Украни, Крани, Карни и прочее. Нет сомнения, что в этих прозвищах, составляющих на славянском языке имена нарицательные, а греками выданных значений собственных, не было никакой возможности признать славян, не сделав предварительное разыскание о том. Кроме того, существует у славян другой обычай называть своих собратьев по их промыслам или по носимой одежде и обуви, как, например, сыромятниками, мурманниками, кимряками, щетинниками, лутайниками, курпинниками, кисинниками, как катцами, зипунниками, малахайниками, махланниками, курпянами, нярынянами, струсями, харапайниками, чепанцами, шабурою. И мы просто вот сейчас это все переведем. Мурмою называется у славян на севере белка, а белящая шапка – мурманкою, ловчие белок – мурмани, место лова – Мурманский берег. Кимряк – значит торгующий сапогами, но по-малороссийски швец кимвры переселились с Кимерийского полуострова в Данию, оттуда в Швецию. Готовящие сапоги на оленей шкуры, с оленей шкуры с шерстью, а равно и носящие ее тут называются лунтаи, курпицы, лапти из охлопьев, кисы, сапоги из оленей кожи, какаты, башмаки из бересты, малахаи, летние широкие кафтаны, махланка, зимняя шапка с ушами, курпы, башмаки с пряжками, няры, валенные сапоги, струси, башмаки с ушками, харанай, серый кафтан, чепан, казаки. Шамбура, балахон из толстого холста, лямка, иго рабства, хазить, хазарить, делать не так, еврничать, хазары, русы. Греки передавали эти названия под видом отдельных народов. Савроматаи, муринани и нормани, но не нордмани, ибо это название имеет совершенно другое отношение. Кимри, Сум, Цимбри, Ценитнаи, Лантани, Карпиани, Кисини, Засати, Зипани, Малахита, Меланхляни, Карпи, Неври, Струси, Карцарпаги, Цепини, Сабири. Вот почему все эти названия представлялись позднее разыскателям славянщины, во-первых, за отдельные народы, а во-вторых, за народы, чуждые славянам. А от этого нарушалась и связь в действиях славян в Европе. Так точно, в виде особых племен явились у греков славянские конюхи под именем конюкос, рабы или лямники под именем Елонес, Валоини, Вулини, Вульни, поганые, то есть отступники от общих обрядов под именем Пагани, отступники от общего культа или Хази, Хазары под именем Хазирози, а потом Кезери. Это последнее название вошло у немцев в употребление как заимствовано у соседних славян и существует до ныне под словом «кензер», означающее «эретика». Так образовалось на бумаге особое племя Будини, будинцы, тогда как это название произошло от малороссийского слова «будина»,
слова великорусски «хоромина» и означает только «живущего в хорошем доме». Скифы признаны уже новейшими учеными всех народов за славян. Греки показывают деление скифов на три касты – военных или меченосцев, земледельцев и пастухов. Но эти три касты являются в истории под именами трех различных народов, а именно гетов, ругов и алан. Рассмотрим несколько поближе этот предмет. Геты были воины. Греки описывают их как более всех других племен воинственными и называют в дополнение гетаи мефанастаи. Под словом гетаи мы признаем казаков, сохранивших это название в словах гетман и геть или гей ты. Последние два слова составляют сторожевой оклик и значит смотри ты. А так как греки не имеют в своем алфавите букв, соответствующих славянским Ч и Ц, то под метанастаи мы читаем меченосцы, что равно относится как к касте воинов, носящих по необходимости меч, так и к описанной греками большей воинственности гетов. Далее, гетов мы встречаем у греков в разных местах под именами масса гетов, признанных самими греками за скифов, за волжских, тира гетов или тирасе, или Днестре, пеенгитов или гетов пенян на реке Пени, гетов в Дакии, танагитов или танаитов, гетов на Танаисе или Дону, пси гетов Сиетаи на реке Рси или Роси и гетов русов в Италии. Вот когда мы находим гетов донских, или что все равно, донских казаков. Но пойдем еще далее. У греков мы находим, что этруски прежде были называемы ими, как мы выше показали, гетов русов. Здесь мы признаем уже несомненно русских гетов или казаков, о которых говорят Стефан Византийский и Ливий, как о чистых славянах, сохранивших при переселении своем из Италии в Грецию свой родной родовой славянский язык. Другие же геты, жившие на севере Европы, названы историками Геттини, Готтини, Готтунни. В этих мы видим гетов уннов, коих жительство должно было быть в той стране, где есть и до ныне признаки их там пребывания. Это две реки Унны, озеро Унну, Унский залив, Унская губа. Местность эта и в нынешней есть Архангельской области. О жительстве уннов в этой стране нам свидетельствуют и скандинавские предания, рассказывающие о войнах скандинавов на севере с уннами и русами, постоянными союзниками между собой. Но, кроме того, мы встречаем гетов также и в Малой Азии, расположенных пятью княжествами вокруг славянских племен, где они названы гефами или гефью. Что эти гефи означают тех же гетов, о которых мы говорили выше, свидетельствует латинское правописание в слове «гетае» вместо «гетае», «гефае» вместо «гетае». В писцовых книгах новгородских погостов мы находим конных гафейских казаков. И известно, откуда переселившиеся в Бежецкую Пятину на опустелые земли. Казаки конные означают непременно войсковых людей, но под гафейскими мы подразумеваем готов или гетов, уннов, готтуфуни, живших, вероятно, в Архангельской области и оставивших там до сих пор следы своего пребывания в названии бездомных батраков казаками. Какого названия не существует в тех областях, в которых не живали в старину казаки, это свидетельство, обстоятельства свидетельствуют, кажется, что казаки унны или северные готфы, а по Нестору гофь или гете, состояли в родстве с русами.
что название Руги или Ружани не есть собственное имя, явствует из того, что эти Руги, например, на острове Рюгене, назывались вместе с тем и русами – Руззи, Русси, Рутени, Рутаи. Должно полагать, что это были русы, ружные, то есть земледельческие. В русском языке сохранилось до сих пор слово «руга», означающее отпуск зернового хлеба кому-либо на содержание. Кроме того, мы встречаем в некоторых летописных ружан у придунайских сербов под названием Руги, Ругиани и Ругиони. Последние должны быть, по нашим соображениям, руги-унны, то есть ружные унны. Что пастухи назывались древле аланами, то явствует из употребляемого до сих пор в Тверской, Новгородской, Смоленской и некоторых других губерниях слово «алань», означающее у туместных жителей «пастбище». А действительно, мы встречаем это слово как нарицательное, слитое с собственным, означающим племя. В Алана-Уинах, Алана-Уни, Ала-Уни и Алана-Русах, Аланорси, Аланорси, а также в русских Аланах, Роксолани, Роксиалани. Вот сколько мнимо разнородных племен оказываются по критическому рассмотрению их названий славянами, принадлежащими только к двум сильнейшим племенам их – руссам и уннам. Но, может быть, по дальнейшим исследованиям окажется, что руссы и унны составляют одно и то же племя, и что название унны есть также нарицательное, как и название славяне. Кроме того, надлежит заметить, что греки и римляне имели обыкновение переводить на свой язык славянские знаменательные прозвища. И потому вместо загорцев появляется у них троно-монтани, вместо кривичей, которых они принимали за однооких, аримасри, вместо кожевников скитаи, то есть украинцев, и вместо украинцев явились у них гипеди. Приведем теперь одни названия руссов, встречаемые нами у греческих и римских писателей. Они называют их Росси, Роззи, Руззи, Аорси, Аторози, Шази, Рози, Себби, Рози, Вуилле, Рози, Рути, Рутени, Аланорси, Розолани, Аорси, Арсиетаи, Гетайрузи, Аримасрипи, Тесфинги, Ивионес, Кияв, Гелонес, Валоини, Вулини, Вульни, Агатурси, Остоготи, Рогорсы, как их и доселе называют германские географы, визиготи, весьегонцы, тирагети, танаити, вольски, вольси, этруски, гардарики, ногарда, сузельзи, галли, галичане или галичи, Нисхани, низовцы, окоби, оковцы, мурмасяне, маршанцы, бужане, двинцы, глиняне на реке Глинной, украинцы и прочее. Столько же различных названий встречаем мы, относящихся и другим славянским племенам. Этим множеством имен приводится каждый следователь. Такое стеснительное положение, что невольно оставляет труд свой как безуспешный в этом неисходном лабиринте. Но по проведении всех этих названий к одному знаменателю, то есть к одному роду русов, внезапно проливается ясный свет на всю древнюю историю. И уже не нужно предполагать, что скифы –
извели сарматов, что сарматы перерезали скифов. Не нужно мгновенно передвигать народы, а сами собою уничтожаются все мнимые переселения их. Одним словом, вся путаница разрешается объяснением, что для одного и того же племени употреблялись разные названия, которые при всем том еще так изуродованы, что не только трудно признать в них славянские корни, но что они утратили даже всякое созвучие и сходство со славянскими именами. Но когда мы признаем всех этих мнимых иностранцев, зашедших, по мнению позднейших толкователей, из Азии, но не оставивших нигде следа о своем переходе за русов, то все написанное об них соделается уже собственностью русской истории, а это будет немалый запас. Итак, чтобы найти несомненные следы славянства во всеобщей истории, надлежит выкинуть из нее все изуродованные прозвища народов, употребив вместо них одно всем им общее племенное название. Сделав это, уже не представляется в летописях толкотни народной, не нужно будет выводить племена откуда-либо и опять туда сопровождать, как сделано с гуннами, не нужно предавать их посреди Европы вечному успению без всякой видимой побудительной причины к тому, как преданы визиготы и остроготы, которых мы отнюдь не смешиваем с везготами и озготами, идущими своим чередом в истории. Тогда мы получим те же самые народы и их племена, которые и ныне налицо в Европе, исключая только османов, как позднейших пришельцев. А сообразив местности каких-либо меланхленов или карпианов, указанные в истории, с местностями малхланников или курпинков в России, определим, может быть, в настоящее жилище этих племен. Их определим, может быть, и настоящее жилище этих племен. А на подобном пути разместим все племена этнографически и географически. Сделав все это по указанному пути, надлежит совершить другое очищение летописи. Это от желчи и клеветы греков и римлян. Ибо все те действия славян, которые в настоящее время по праву народному были бы признаны не только справедливыми, но даже необходимыми, очернены до того нашими учителями, что представляют славян извергами, тогда как побудительные причины к тому заключались отнюдь не в их виновности, а единственно в эгоизме греков и римлян, желавших быть повелителями вселенной и стремившихся достигнуть этой цели путями обмана, коварства и насилия, и употреблявших там низкую клевету, где им встречалось сопротивление. Или плата насилием за насилие. Заметьте при этом, что большие клеветы попадало обыкновенно на сильнейшее племя, на уиннов и русов, пред которыми трепетали сами клеветники, платившие им постыдную дань. На этом пути можно верно вывесить и силу славянских племен, имевших столкновение с Византией и Римом. Чтобы представить полное убеждение в клевете греков на славян, рассмотрим это обстоятельство поближе. Греки называют славян варварами за их лютость при нападении на греческие селения, и мы привыкли верить им на слово, не следя в этом обвинении всех обстоятельств дела. Но рассмотрите беспристрастно, которое из двух сторон ближе к варварству. Обвиненные или обвинители? Греки и римляне, стараясь беспристрастно расширять свои владения, нападали на мирно живших славян и порабощали их. Но если славяне сопротивлялись им, защищая свою свободу, то всех взятых в плен с оружием в руках греки казнили, а из остальных покоренных выбирали
силачи для образования гладиаторов или бойцов, обреченных драться между собой на жизнь и смерть. Эти побоища служили для усиления мнимых добронравственных просветителей, которые радовались и ликовали, смотря на умирающего бойца, избитого своим противником. Вглядитесь в этом действии в политику и характер греков и римлян. По политике их им нужно было истреблять отважных и сильных противников. Они достигали этого казнью пленных, но чтобы истреблять в покоренном племени и сильных людей, не бравших хотя оружие в руки, но при тогдашних способных способах войны, могших быть для них опасным при первом восстании народа, они последних истребляли под видом единоборства. Это римско-греческая просвещенная политика, служившая для уменьшения силы врагов. Взгляните теперь на их характер. Греко-римляне собирались в амфитеатре смотреть на травлю людей. Они ликовали, когда один боец выбивал другому глаз или раздроблял себе череп. Их утешали и восхищали предсмертные сгоны и судороги умирающего насильственной смертью. Это характер просвещенных римлян, ученых тиранов. Славяне имели, конечно, сведения о судьбе своих братьев, и потому для освобождения себя от гнета римского часто делали восстания и вторгались во владения своих врагов и тиранов, истребляли всех мучителей своих, попадавших к ним в руки, не щадя даже малолетних детей их. Но спрашиваем, где более варварство? У греков ли и римлян, обрекавших на казнь славян, защищавших свое отечество, свою свободу, свой культ? У греков ли и римлян, с кровожадными восторгами взирающих на мучительную смерть своих противников? У греков ли и римлян, назначавших такие истязания для народного усиления и развлечения? Или у славян, совершавших хотя не менее жестокие казни, но делавших это в ожесточении против притеснителей своих? Мы видим, что у первых истекало варварство из народного характера и сообразной ему обдуманной политики. У последних же оно было только местью за насилие. Первые совершали зло хладнокровно и с обдуманностью, последние же только минуты остервенения, вызванные к тому продолжительными страданиями. Кто же тут истинный варвар, византиец или славянин? Ясно, что греки и римляне желали, чтоб славяне покорялись им, безусловно, жертвовали им не только своим достоянием, но и свободой действий, даже самой жизнью, и потому вооружали их против единоземцев, единомышленников своих, сопротивлявшихся этому называли варварами. Это дает повод не верить ни словом на слово ни греческим, ни римским историкам. Со временем духа преобладания этих двух народов, а потому все сказания, составленные ими о славянах, должно соображать с обстоятельствами притеснителей и притесненных, и, согласно разумной критике, очищать их от клеветы, желчи и насмешки. Исполнив совестливо это дело, мы получим верный взгляд на нравственную сторону славян, особенно принимая при этом соображение, что Геродот называет их достойнейшими людьми, что Прокопий приписывает им откровенность и добродушие, что Маврикий и Гельмольд называют их благонамеренными и заботливыми даже о иноплеменных странниках, и соображая, наконец, что у славян был закон, по которому каждый пленник, в чьих бы руках он ни находился, пользовался независимостью, ступив на славянскую землю. Но, считая недостаточным одно это высказание, мы можем сделать поверку славянского характера с лечением с характерами некоторых царственных лиц славян, которые могли со всею свободою выставлять свою волю на вид людям и тем обнаруживать все малейшие изгибы и оттенки сердца своего. Собрав такими доводами все возможные сведения, достижимые прямым путем,
Мы в каждом таком действии получаем акт для истории славян дорюриковских. Если подобные акты не будут еще прямо вязаться между собой, то попытаемся соединить их логическими, законно дозволенными сближениями, употребляя до этого этнографию, древнюю географию, филологию и разные договоры, грамоты и памятники. В случаях же необходимости воспользуемся историческими песнями и преданиями, стараясь отделить в них истину от вымысла и пиетического преувеличения. Не последним бы средством было испытание приложить алфавит бактрийский или зенд-авесты к чтению славянских рун. Ибо венеды принесли на Балтийское поморье грамотность свою за 2000 лет до Рождества Христова. И потому он может быть ближе к письменным руническим, нежели наша кирилловская и глаголицкая азбука. Источников для свода славянской жизни должно искать в истории всех народов Европы и Азии. Ибо славяне, занимая своими племенами такое громадное пространство, были соседями многих народов, а потому и могли войти в историю каждого сопредельного им народа на путях войны или мирной торговли, союзов и договоров. Все это вместе дает возможность составить, если не полную историю славян, то ясный очерк их истории или эскиз жизни и деятельности народной с указанием нравственных двигателей их. Эскиз, очищенный уже от всякого произвольного плетения в него басен, мифов и преувеличений, но и огражденный от лжи и клеветы греков и римлян. Для сей цели я предпринял выработку предварительных материалов для славянской истории, коих два выпуска уже отмечены и два готовы для тиснения. Когда я успеваю проследить все племена этого величайшего народа в мире и вместе с тем и историю прочих европейских народов, то попытаюсь приступить к очерку истории славян от Зараостра, их несомненного предка, или, по крайней мере, от Геродота до признания Рюрика с братьями Новгород на княжение. Тогда удастся, может быть, доказать, что не тщетно называет Птолемей одной из северных племен Европы великоруссами, и что Великая Россия существовала уже, по крайней мере, за несколько веков до звание варягов. А что по поводу названия ее великой, должна быть существовать современную ею и другая, отдельная от нее Россия, малая, в том едва ли кто со здравым смыслом в голове усомнится, усматривая племена русов во всех концах земли. Да, не подумает кто-либо из читателей этих строк, что мы позволим себе в труде нашем какое-либо безотчетное действие. Нет, мы ищем одну истину, и путь наш к ней без пристрастия, а руководитель – логика. Не увлечемся мы образцом мышления некоторых германцев над доказательствами германизма, готов, где они по славяно-гетскому алфавиту читают на немецкий лад гетские слова, дав буквам его произвольное значение. А чего у них гетский, или как они называют готский язык, делается и для них самих непонятным. И тщетно подыскивают они в своем языке корни для него, составляя сравнительные словари, в которых ни одно слово не вяжется с немецкими корнями. Шаткость основной мысли, схваченной не по доводам, а на пути воображения, произвела у них на свет гипотезу, не выдерживающую улики доказательств, противном. Алфавит гетский или готский приложен нами к четвертому выпуску материалов и доказывает как числом букв своих, так и их формою свою славянство. Не употребим также и увертливых дилемм для насильственного доказательства того, что противно здравому смыслу и по строгому логическому разбору обращается в бессмыслицу, подобную теории Байера и Шлёцера о скандинавских руссах-варягах, которую бессознательно защищают и некоторые из наших соотечественников, принадлежащих к слепой школе исторического предубеждения.
Сейчас мы приступаем к чтению, может, самой интересной части этой статьи, этого произведения Классена под названием «Древние парсы», в скобках, «Извлечение из Энтовесты Зарастра с дополнительными замечаниями». Эту часть, она хочется зачитать тем, для того, чтобы как бы заполнить луку неизвестности. В интернете найти что-либо подобное можно, но очень тяжело. Итак, читаем. Прежде, нежели представим мы читателям своим краткое извлечение из сочинения парского законодателя, правоучителя и врача Зороастра, окинем беглым взором то, что нам говорит об этом народе древняя история, что нам представляет критическое обозрение этнографических признаков и что оказалось при сравнении мертвого языка Азии, известного под именем санскрита, с мертвым же языком парским или так называемым зенским. В высокой части Азии, в особенности по южному склону горного хребта Индукуша, жил сильный и воинственный народ под древним именем парсов. Культура его была достаточно высокая, он занимался хлебопашеством, скотоводством и торговлей. Предметы последние преимущественно состояли из пряных кореньев. Этот народ каждый раз по умножению люда своего производил выселки. История сохранила нам по одному сказанию. Три таких выселки. Выселка в Бактрию, Мидию и в Персию. Последнюю под предводительством Кира. По другому сказанию, первое переселение с Индукуша было в плодоносную долину Евфрата, второе образовало Лидию, Финикию и Карфаген, третье – Эфиопию, а за ней Нубию и Абиссинию. Их колонии образовали Египет и Филы. Из этого мы усматриваем, что парсы – прародители знаменательнейших древности народов, каковыми были финикияне, карфагенцы, эфиопляне, египтяне и фиванцы, имевшие все свою грамотность, науки, искусство и торговлю. Кроме того, известно, что народ на Индукуше, в Бактрии и Эфиопии делился на четыре касты, а жрецы у бактров назывались магами или волхвами. Известно также, что и скифы делились на четыре касты, на скифов царских, в числе которых были жрецы, скифов меченосцев, скифов ружан и скифов алан. Оставляя совершенно в стороне созвучность слов Индии, Индостана и Индукуша, должно полагать, что подобный выселок сделан был и в страну нынешней Индии, ибо там по сие время сохранился небольшой народец, состоящий из 150 тысяч душ, называющийся парсами, и соблюдший много родовых обычаев и обрядов, а главное, удерживавший верование древних парсов или саввиизм, то есть поклонение планетам или кабирам, за которые соседние магометане презирают их и ненавидят. Что этот выселок был гораздо значительнее той численности, в которой мы его теперь обретаем, свидетельствуют нам санскритские сочинения, сохранившиеся у того же племени, но далее от парсов отселившегося и привившего впоследствии другое верование. Как видно из сказанного, история весьма мало сохранила для нас данных об этом древнем родовом народе, и возможно было разъяснить себе эту глубь старины только этнографически и филологически, но обретение санскритских письмен и изучение этого древнего языка не только открыло всю внутреннюю жизнь индийского народа, столь богатую развитием человечества, но заставило по сходству этого языка, преимущественно со славянским, полагать, что славяне откочевали из Индии в Европу. Второй источник, которым, впрочем, почти вовсе не пользовались, состоял и в следующем. Еще до короткого ознакомления нашего с литературой санскритского французского ориенталиста Анкетиль Дю Перрон добыл в
Гузурати список книг, известный ныне под названием «Зенд Авесты», сочинение Зороастра. Язык, на котором она написана, оказался так же, как и санскритский, мертвым и сохраняется только между жрецов. Дю Перрон назвал его зенским по поводу тому самого заглавия книги «Зенд Авеста». Труд его долго оставался без особого внимания к нему, ибо ошибочное название языка бросило сильную тень на просветлевшую точку истории, и многие ученые тщетно искали, куда географически поместить зендов. Это обстоятельство весьма похоже на спорных русов Шлёцера за определение родины, которых бились столь долгое время германцы и славяне, не только один против других, но даже и те, и другие взаимно между собой. Ныне профессору восточных языков в Берлине господину Петрашевскому мы обязаны новым переводом первых пяти книг Зенд Авесты на польский язык. Его основательные доказательства и постановка подлинника с переводом в параллель на одной странице ясно убеждает нас, что мнимый зенский язык есть родовой или исходный и для санскритского, и для славянского, но самое большее его сходство с польским преимущество перед всеми другими славянскими наречиями, что замечает и сам переводчик. Этот источник есть теперь богатый родник для славянской истории. По правилу чтения господина Петрашевского заглавие книги «Зенд Авеста» должно читать «Зендашта», ибо слово состоит из существительного «зен», означающего «жизнь», а глагола «дать», значащего «давать», и в слитии своем в одном слове означает «жизнедателя» или «жизнедавца», то есть «творца Вселенной». Все это сочтение состоит из разговора Зороастра или по чтению Г. Петрашевского Зердеста с Богом о законах, долженствующих служить руководством для людей вообще. Кроме того, в нем заключаются правила для новой колонии. Видимо, что целью этого сочинения было желание Зердеста выслать из своей страны колонию к прибрежью Балтийского моря, поручив ее предводительству сына своего, о каковом назначении, по словам его, заповедал ему сам Бог. По этому поводу в первые пять книг Зендашты носят название Виндидат. Сохранившиеся как прозвание самих колонистов вендами или венедами, так и в знаменитом некогда городе Винет или Винетт. Весь этот разговор состоит из вопросов Зердеста и ответов на них Бога. Свойство этого мнимо зенского, или правильнее сказать парского языка, а равно и первоначальные высылки парсов с индукуша в Бактрию, а потом уже далее на юг и запад, свидетельствуют в свою очередь, что зенский язык старше санскритского и потому должен почитать его родовым, а не племенным в числе славянских идиомов. Мы должны сказать, что Аристотель полагает Зердеста жившим за 6000 лет до Платона. По другим писателям он жил за 5000 лет до разорения Трои, а по исследованиям Роди за 2000 лет до Рождества Христова. Зердест родился в городе Гдани или Гедани в Бактрии, и невольно напоминающим нам славянский город Гданьск, нынешний Данциг. Отца его звали Старошастом, а мать Догдою. Зороаст приводит в своем сочинении 16 выселков парских, кроме предложенного им самим Балтийскому Поморью. Но куда отправился первый выселок, того он не определяет, а только упоминает о его совершении. Второй выселок, говорит он, построил город Согду, богатую домашним скотом. В настоящее время есть город Содия в королевстве Осаманском в Индии. Если это тот самый город Согда, то
В Индию последовал второй выселок парсов из числа всех тех, о которых по преданию или письменно дошли сведения до Зороастра. Третий выселок основал город Мервь. Мервь и теперь существует между Персией и Аравией. Четвертый выселок основал город Балх. Где был этот город, неизвестно. Теперь мы имеем, кажется, только две местности, носящие название, как бы производимое от слова Балх. Это озеро Балхаш или Балкаш в Зюнгории и горная цепь Балканская или, по древней географии, Балхан в Македонии. Пятый выселок – город Нису, но, прибавляет Зороастр, там злой дух научил людей считать Бога приходящим. Древняя Нисса, а ныне Ницца, находится в Неаполитанском королевстве. Вторая Нисса или Низя находится в Карии, как младшая сюда относиться не может. Нисса, итальянская, есть первое историческое свидетельство того, что славянское племя жило никогда и в Италии, а именно в Этрурии. Это самое подтверждается обилием славянских памятников, разбросанных по всей Италии, преимущественно живу по Капуе, разъясненных в недавнее время господином Воланским, частью уже помещенных нами в первых двух выпусках предлежащего издания. Из этого же нам объясняется, откуда зашел славянский язык в Италию, сохранившийся там по сие время во всей чистоте своей и без смешения с итальянским, в целом округе близ Венеции, считающим до 12 тысяч душ. Это же самое наводит на мысль, что венеды – итальянские соплеменники венедам прибалтийским. Шестой выселок основал город Герат или Эрат. Где находится этот город, неизвестно. Только догадки наводят эту мысль на древний или не древний ли это Арат, или что в Малой Азии. Седьмой выселок основал город Веэкерет, то есть где работают вертящимися орудиями. Восьмой выселок основал город Урву, но там злой дух вел богинь любви Вахханок. Где был этот город, определить трудно. В средней истории остались только как бы производные от этого слова Уругунии, Уругунди, Уругундини, Уругундиони, названные в некоторых летописях также и бургундионами, бургундами, бургунтами и бургундуннами, а также у восточных писателей уруги, уроги, уроги, уругунны. В великороссийских наречиях сохранилось еще и в разных местах слово «урван». А где это слово существует? Там. И Улана, и Озорника называют урваном. Произошло ли это название и подразумеваемый под ним смысл от поведения бывших татарских улан, или оно коренное русское, то неизвестно. Но подобный тому пример есть у нас перед глазами, где коренное славянское слово «азор» приняло у нас иностранный тип под названием «гусара». Но это нужно объяснить несколько подробнее. Азоры принадлежали у славян к легкому войску. Их обязанностью было отправляться по назначению начальства малыми отрядами или одиночно в неприятельский стан для осмотра его расположения, силы засад, засеков и тому подобное. Азоры составляли легкую конницу, дабы в случае встречи на пути своем неприятеля скорее могли удалиться. Хотя некоторые историки утверждают, что вся Европа заимствовала название гусара у венгров. Ну а мы утверждаем, что это именно неверно, во-первых, потому что европейские славяне имели своих азоров еще до прихода венгров. Но, во-вторых, что в венгерском языке слово гусар не имеет никакого корня и, следовательно, никакого значения. А в-третьих, что венгерцы могли заимствовать это слово у славян, потому более, что они и в Европу приведены славянами, как племя, покоренное последним, что означает и из названия этих угров черными. Когда же славяне оставили берега Волги, уведя с собой и покоренных угров, то их место заняли болгары, но
свободные. Угры вытеснили болгар и, войдя в союз с Ираклием против Хазроя, что было в начале 7 века, воевали оттуда с персами и названы были от славян пелами, то есть свободными, ибо никто же другой из народов не мог дать им этого славянского прозвания. Здесь, кстати, рассмотрим значение у славян слов «черный», «белый» и «красный» или «червоный» в иносказательном смысле. Слово «черный» означалось у всех славянских племен невзгода, подчиненность, рабство, неприязнь, стеснение, относившееся как к религиозным, политическим и гражданским понятиям, так и ко всем естественным явлениям. И потому это слово противополагалось словам «белый» или «красный», означающие под словом «белый» – свободу, под словом «красный» – благоприятство, как, например, «чернобог» – злой, карательный, «белобог» – добрый, благосклонный, «черный князь» – платящий кому-либо дань или под невзгодою находящийся, например, «Георг Черный», «белый царь», «свободный царь». Русские цари начали называться белыми со времени победы Донского и свержения ига татарского. Впоследствии времени стали уже употреблять слово «белый царь», как эпитет доброго. «Черная смерть» – чума, «красная смерть» – тихая, спокойная, девки, чернавки, состоявшие в черной трудной работе, «красная» или «сенные девки» – комнатные или собеседницы, «черное море» – невзгодное, вероятно, названное так, или по бурливости своей, или по существующим на нем морским разбоям. И белое море, приветливое для мореплавания, черносошники, раб, и белопашец, свободный земледелец. Так белую землею называлось, да и до ныне еще называется, очищенная от всяких недоимок, пеней, исков и притязаний на нее, введенная во владение собственников. Не обеленную же она называлась и называется, когда она еще не очищена от исков на ней, и собственник не введен во владение таковою, а потому должен платить за пользование ею дань или подать. Так принимали в разные славянские племена, бывшие свободными от чужого ига, прозвание «белых», и находим в летописях белорусов, белосербов, белохорватов, белых волгарей или болгар, белых угров, белых униов. Последние сидели близ Лютербурга под именем Линионес. Название черных славянские племена не давали сами себе, но получали это прозвище от соседних соплеменников своих. Так, покоренные римлянами русы у Черного моря, покоренные хазарами болгары и угры названы были черными. У нас говорят также «белое и черное дело», «красная весна», «черн год», «светлая» или «красная мысль» и «черная красная Русь», или «червоная», «счастливая», «белая», «духовенство» и «черная», подверженная многим лишениям. Да, кажется, и самый Чернигов носит на себе отпечаток покорения его. Но об этом мы будем говорить, когда коснемся подробностей о хазарах. Не подобной ли же причине названы были острова на Черном море, близ устья Днепра, лежащие Белобережьем? Ибо как ими владели свободные русы, бывшие морскими разбойниками.